Всем привет, дорогие друзья, с вами Михастик, и со мной сегодня Саня. Здрасте. Сегодня мы будем впервые проходить калибровочку в этом сезоне, то есть у нас 0 из 10 матчей, как 2 на 2. Да, да, да. 2 на 2, да, у нас вообще не сыграно ни одной игры, вот, и как раз таки мы решили сегодня начать небольшую такую рубрику, поушаемся там, не знаю, до какого названия. И у меня была одна сыграна, какой не. И тогда мы... А, ты начинаешь, короче, 2 на 2, и мы вернемся, как только начнем игру. Так, вот нашлась наша игра. Против нас ветеранчик. В принципе, ожидаемо. Вот, ну, давайте посмотрим, вдруг что у нас получится. Сразу сплатили. Ку-ку, ребята! Ку-ку, ребята! Ты тоже слышал это? Да. Вряд ли он русский, но ку-ку, ребята. Как бы, чё нет? О, окей. Он не возьмет. Там на редиректе бы. Ну ладно. О. Так, я лучше. Это плохо? А, ты, в принципе, контролируешь. Эй-яй-яй, зря прыжок сделал, да. Забьешь? Серьезно? Ну ясно. Ну вообще я не думал забивать. Но было бы прикольно. Опс. Они там ударят. Это плохо. Я как боже топлю. Ну почти. Я хотел перекинуть. И в принципе первый гол. В нашу пользу. Нет. Через всю карту просто прокатился. Сейчас бы не дряхать. Ну почти успел. Мне кажется, мы сейчас играем против каких-то сильверов, может там золото максимум. Нет, первая бренда. Просто не играет чуть лучше, чем как мы должны. Ну. Не одни же лолики сидят на первой бренде. Окей. Кстати, если бы ты не забил, я бы добил. Потому ну, что... Ну, вот второй гол у нас. Если бы ты не смог это забить... Это все рассчитано. Это все рассчитано. Но это не точно. О. Да не. Зря ты там тронул. Я хотел взять уже. Ну, смотри. Я ехал... Так... Он, кстати, тоже выиграл. Он просто останавливался, он просто от него отскочил, там вверх, скорее всего. Ну ладно, чё. Пацан отскочил. Давай, присоединяйся к игре. 70 очков. Как бы немножко не то. Да ясно. А, он не поехал никуда. Он предвидел мой удар. Понимаешь? Я заградил им будет. Окей, чё, нормально. 3-1. Я такой встал там. Пытался. Даже никого не пришлось отталкивать. Я по привычке захожу, короче, в этот шифтап. Оу, мэн. Ну, окей. Мне не жалко, но... Ну, чё-то как-то изи. Ааа, первую катку за 60, как-то изи. Мы тогда... Сколько мы тогда подряд выиграли? Мы тогда 5 выиграли, да? Потом проиграли, потом еще 5 выиграли. Ну, возможно. Ну, как бы это основной аккаунт, и поэтому... Тут звание должно быть гораздо выше, потому что у меня там чемпион был. Ну, это первый даймонд. Калибровать нам бы хотя бы на третью пластину. Хотя бы на третьего даймонда. Хорош. Это там буст был сзади. Я постараюсь это принять. А нет, не постараюсь. Окей, я на дачке. Меня занесло. Окей. Окей.
Я думал, ты мне его пнешь. Я возьму. Опс. Чем мы должны были играть так, чтобы они сдались? Хорош. Я пас дал им хорош. Они его не реализовали. О. Чего? Я сам в него ударился. А я. Ты не сказал, что ты шана залетает. Ну ладно. Я там... Как бы я очень плохо это сделал. Я услышал, еле-еле, что это не едет. Привет. Это ты меня так оттолкнул? Да. Я что-то я потерял что-то. Себя. Да, как-то я не так полетел. Ух. Груси шот. Ой. Ой. А там ты вроде возьмешь. В принципе, все. Инженер, привет. Хорош. Без буста. Буста. Ну ты. Я хотел перепрыгнуть его. Ты сам видел. Ты бы его вряд ли перепрыгнул с этого прыжка. Я по крайней мере постарался. Ой. Чё сделаем, Бразил? Бразил. Что-то мне кажется, не бомбит. Не сдавайтесь, парни, наш Бразил тут. Сейчас. Так, окей, все, у нас есть шанс. Би-бабу. Я бои. Ок. Когда горит, но ты не хочешь сдаваться. И нет. Ты был близок? Я тоже был, окей. Оу, легче. Легче. В принципе, первые несколько игр точно нам надо выиграть. Все, это вроде. И ты туда не ливают. Мяч только в воротах остановится, они ливают. Ну. Они быстро сдаются, короче, все. Да. Я бы так и сделал. Взрунил бы. Окей. Ну, это первая победа. Я думаю... Сейчас они камбэчат. Да. Тут нас просто двоих кикает с игры. Ух. Ну ладно. Я, кстати, там почти заредиректил в самом начале. О нет, не дай им заруинить. Я сейф. Пас. Поздал. Заруинил, короче. Поздал. Заруинил. Как он там? Он не коснулся, серьезно? Да, я думал, он коснется. Нормально. Я бы добил, скорее всего. Первая игра у нас выиграна. Я там реально запотел, что сразу серебро, нормально. Сильвер, нормально. Ок. Вернемся, когда найдем следующую. Нашли следующую игру. Это что за... Это та же самая карта, что ли? Ма. Да? Та же самая карта? Или мне кажется? Главное, что она хорошая. Ну да. Главное, я потом. Так, окей. Это было близко, но не расслабляемся. Я, может, даже нарезочку сделаю, может, даже три игры сыграем. О. Ну, это плохо от меня. Так, оставлю там. Лучше не нарезочку делать. Я думал, они там сами зайдут. Не нарезочку. Ну, первая-то игра вообще была какая-то. Оу, легче. Он, по-моему, забыл. Он забыл, что... Он просто такой, чё? Он может брать его на машину? Чего? Это вообще законно? Нет? Как? Он еще с дрифта в ворота заехал. Нормально. Выбьешь? Ну, давай я останусь, лучше. Лучше, да. Ну,
Я возьму. Спасибо. Предупредил такой. Лучше да, лучше говори, потому что я могу уже успеть. Ну не хотел, конечно, забивать, я хотел себе на фристайл дать пас, ну ладно. Я бы все равно не успел, скорее всего. Нет. Зашли мемчиков катать, я на фристайл вообще хотел бы. Зашли калибровать основной аккаунт, я вообще на фристайл хотел бы. Ой. Ну, уже... Нормально, пас. Нормально. Может мне еще пас не дать? Смотри, у меня пиншот получился. А, не. О. Значит, три игры. Значит, три игры, если не четыре. А. О, уже второе серебро. Ну мы продвигаемся. Что-то с семи потнее было как-то. Семи, да, но. Просто я тут заряжен. 660 очков за минуту. 560. Опасаю. Вы кроме двух пасов ничего не сделал. Такс, окей. И наша третья игра нашлась, в принципе. Чё у них с аватарками? Да очень плохо я выбил. Она там даже... А, нет, хорош. Да не, если бы я это не отбирал, я бы не знаю. А тут я ловнулся, но вроде бы не залетел. Блин, надо было ставить. Оу-оу, парни. Лоу, я на него упал. Да, он не смог взлететь. Да. Так, я, пожалуй, ближе к дефу надо держаться сейчас. Я на него прям при... Ну так, себе ударчик. Ауч, у меня сотка была. Парни, ну, за это вам придется отдать часть своего ранга нам. Уж что поделать, но такое я не прощаю. Мне нужно буст. Я на миду оставил. Ой. Я там оставил. Блин, Это я плохо. Что-то... Видишь? Пинай его. Не забил. Редерент. Я уже думал, я не попаду на самом деле, ну как-то. Сейчас бы не забить. Еле-еле это был спал. Пас! Я. Это был пас. Ну да. Ты изначально был пас. Что, бывай, да? Блин, я успею? Ну давай там сам да. О! А, нет, он. Ну а не, он развернулся. Я мог бы даже за airdreaming. Дашь? Ну не. Возможно у себя. Нет. Нет. Моя ошибочка. Ну ладно. А, ну меня не показали, спасибо. Все продумано. Так, окей. Я забыл сам. Ой. Нет. Чё бы ты дальше там поехал? Блин. Ну нет! Ясно, просто. Просто я запорол флайнг этот, короче, я с... Когда с потолка, короче. Я блин, я просто прыжок нажал и вниз камнем упал. Фига! Ну я прям в него попал. Почти. Потише там. Ну как бы. Оу-оу, полегче. Надо будем позабивать, да?
Ну как бы что сказать, это был больше пас, чем. Хорош. Да блин, что за сейл? Кривовато ударил. Но, возможно, он засейл бы. Нет, не дальше. Так, останься, останься, останься. Я сюда остаюсь. Ая, он не взял буст. Блин. Ой. Бывает. Ну, все-таки силюры. Даже с смерти. Ну и что? 500-500, слышишь? 500-500, нормально. А это он ударил. Как заставить противника забить свой ворот. Нормально, 3-1. Они что, сдались? Да, если бы они еще сдались. Сдались, что ли? Ты даже остался. Как ты отскок? Просто идеально, не знаю. Оскара мне за такой гол. Ясно, я даже ударить после этого не смог нормально. Капец, что это было? Я возьму. Ну, короче. Не исправил ошибочку, да. Это камера. Нормально, нормально. Так, давай больше без таких подлянок, пожалуйста. Каких? Да. Ну так, есть это дни. Псионикс. Ноу, ноу, ноу. Ну, как бы залетаем. Я ближе. О. Я. Как взлетать-то? Я попытался его остановить, но я не успел. Он забрал бустец. Я по 12 коллекционирую тут. Ого. Нет, бустца что. Ну, уже третья победка, я думаю. Будем четвертый или... Ну, посмотрим. Как пойдет. Мы просто тянем время, короче. Ну или можно забить. А, нет, ты развернулся не вовремя там. Да я не ожидал. Я думал, там. И короче, еще. Да. Это третья, да? Это да. Третья. Кайф. Ой, вроде хелмет. Да, зачем мне нидер кейс? И бронза одна. Короче, я золото, ты бронза. Окей. И вот еще четвертая игра. Как нам везет с картами? Ой, просто посмотрите на это. Чекнул. Сколько у меня. Когда будем шестую играть, если вообще будем весело. Надо будет не расслабляться, потому что мы на шестой расслабились. Вообще не надо расслабляться. Мы такие, о-о-о. Я челос! Я его сбил! Я в него случайно врезался. А, он... Нет. Он в меня врезался. Нет, это он в меня врезался. Он сам виноват. Я думал, я не сбью, но в принципе сойдет. Останься. Ну, как бы... Ой. Блин. Я успею, я навешу, думаю. А я. Успеешь? Ну, в принципе, даже буст успею. Они там. Оу. Ну тут было легко засеять. Я бы удивился, если бы он. Не засеял. Эй. О, ротация. Ротация. Видишь, я уже втыкнулся.
Я вообще надеялся забить, но немного не попал. Ну, ничего страшного. Я останусь. Я подожду его тут. Я все равно не поеду. А я. Нет. Блин. Ну не забьет, да? Тебя уже чуть-чуть встроенный. То есть опять как тогда на них. А я думал, ты возьмешь что. Ближе к да. Ну, все равно правильно. Ой. Ну не, я, конечно, психанул тут чуть-чуть. Я обратно вернусь тут, пожалуй. Что происходит? Ты забил сейчас там? Блин, я не взял бы, серьезно. На меду. Блин! Если бы я не коснулся мяча, это был бы фейк. Чего? Че это за... Посмотри на этот отскок! Я вообще не понял! Почему? Это нормально все? Да блин, он летел туда. По крайней мере, 3-0. Уже хорошо. Так, останься здесь. Он по. Он попал? У. Ну ладно. Как бы хорош, и я возвращаюсь. У него вроде БМ-ка новая, нет? Или нет? Такой, я возвращаюсь, гол забил. Телепортируюсь просто. Безопас. А, это параллакс. Что-то я разыграл. Я за две игры, уже пасов, наверное, ой, три игры, четыре. Плюс 100-500 пасов уже. А я. А ты? Привет. Сам знает, что ему делать. Ты же веселел. А, у нас еще 2 минуты. У меня хотя бы станет. Но они вряд ли что-то сделают все равно. Я видел. Это твой шанс был. Или не был. Не был. Показалось. Да, показалось. Оу. Оу, мэн. Вот и плей. Разыгравочка пошла. Че это такое? Ау! Еще бы мне еще соткой взорвал. Это меня, кстати, они взорвали, да? Вначале вроде у меня сотка была. Или кто там проиграл, когда меня взорвал? У него. А, это розовый лайтинг. Хорош. Мне показалось, что. А, сейчас бы еще. Не. Моя психика в этом не выдержала. Хорош. Не все же мне заменить. Да, все же мне пасы давали. Начни 0 сейвов, у них 0 удар. А, не, у них один удар есть. Ну там не повезло. Пацаны к успеху шли. Я же говорю. Постоять? Ну, они уже пьяные. Ну, решил потрагиться. Наверное. Как тогда легенда залезла? Да. Ничего как-то. Он не ожидал, надо было ожидать. Оу. Оу. Вот и плей. Ну я уже отъехал. Не заведешь? Я как-то упорно-то летел, но сидят. Я! Смотри на меня! Это кто еще упорно-то летел? Мы вдвоем как-то. О. Ротация. 34-й пас. Изи, 5-й год. Там. Годненько. Ну тут ладно, я не полечу уже. Хотя бы мы знаем свой уровень. Ну, да, сильвер, это уже хорошо. Или это первый золото было? Не помню. О. Ха.
Ну, блин, ну почему меня опять взорвали? А, пацаны уже просто отъехали. Они первый раз взорвали, я им сказал, что у них нету шансов больше на победу. Каждый взрыв убивает их шанс на победу на 100%. Взрыв сотку убивает. Вообще, все, обоих. Оу, ай, найс шот. О, первый пас, да? Ну, не все, что тебе пасы давай. Я просто подождал. Принял, нормально. Чё не бить? Они могли уже новые начать идти. Оу. Оу. Привет. Это вот так вот надо делать. Подровнял там тобой меч. Лови там его. Ну я пытался. Ауч! Сколько можно? Третий раз за игру. Вала не будет. Это был их второй удар. Ну нет. Отобрал меня, ну ты беду. Взял, сбил меня. Он тебя уже падает начинал, нет? Нет, в смысле падает начинал? Сейчас бы мне еще пас дали за это. Лол. Ну ты вообще. О, второе золото. Ну, видишь, тебя до серебра повысили уже. Так, ну давайте на этом закончим, пожалуй. Так, я сделаю скриншотик еще разок. Вот! Вот такие вот 4 изи первые нашей игры были. В принципе, мне понравилось. Взял, отобрал меня, еще бы не понравилось. Нормально. Ну, на этом все, дорогие друзья. С вами был Михастик и Саня. Я думаю, вам понравилось. До свидания. Да, всем спасибо за просмотр и всем пока.